Правительство Саратовской области рассчитывает получить средства из фонда поддержки промышленности, который планируют создать в федеральном центре. Об этом рассказал профильный министр Сергей Лисовский. Он пояснил, что 5 саратовских предприятий попали в список системообразующих, подготовленных Минэкономразвития России. Именно они смогут в случае изменения экономической ситуации рассчитывать на финансовую поддержку от государства. Также министр рассказал, что примет участие в совещании в Москве, где будет отстаивать интересы областных предприятий при распределении антикризисной поддержки. Минпромторг России прислал номенклатуру, которая подлежит импортозамещению. Наша задача – показать потенциал тех предприятий, которые способны выполнить эту задачу.